внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Вспомним всех поименно, кто ушел воевать, кто погиб на фронтах, выполняя приказы. Я прошу вас минуту в тишине постоять, пусть свечи горят и читают намаз. Вспомним всех поименно, кто вернулся с войны, кто в труде был примером для молодых. Будем к ним милосердны и дарить им цветы. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Солдаты отчизны, вы в наших сердцах. Ваша слава в боях с орденами прожита. Солдаты отчизны, вы у всех на устах. Никто не забыт и ничто не забыто. Thank you.
письма верила. Тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов понуро часовые родины стоят. У высоких берегов понуро часовые родины стоят. Добили песни в том порука всех врагов в атаке огневой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Если надо, надо подай, господа, господа, пожалуйста. Зеленый, так да клёвый.
істеген, оқ досы мәңгілі жойылса, бомбаның орнынан тегістеген, күректер музейге қойылсын. Келін достарым, ән бастайық, өтерім жаңғырты. Даласында ана, баласын ана, жоқтамасын мәңгілі. Көптесін жасаға содан әрі, өткен күн қайтадан жанбайды. Сұлудың кестелі орамалы, сүртсін тек тершіген маңдайды. Әлемнің барсари балалары, дұрсын тек ұйқосы қанған соң. Кел достарым, ән бастайық, өтер жаңғырды. Баласын дана, баласын ана, жоқтамасын мәңгілі. Кел достарым, Oh,
схожу мого. Өліптені өлімдеген бір кіру, осы күнді жақындарды қалайды. Өзіміздің ауданымыздың ардагерлерінен құралған Арай ардагерлер хоры, қошеметтеріңіз.